Слушай, да ты больше видеокарты заработал. 40. 50. Подожди. 60. 70. Говорит, я, говорит, попану подарок за 1200 сделаю, а? Лев! Нет! Стой, 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 подожди, сейчас мы его поймаем. Всем привет. Всем привет. Ты сюда нагнись, чтобы тебя видно было. Покажи свою травму. Да, везу инвалида, в общем, ловить окуня. Я не инвалид. Что с тобой случилось? А что обычно получается при таких травмах? Ну, с турника упал. Свалился, в общем, с турника, разодрал руку. Нет, кожа лопнула. Кожа лопнула. Разрезал обо что-то. Возили зашивать. В общем, теперь... Ну, в кофте дырки не было. Ну, видимо, да. Слишком много бутеров ешь, от этого кожа и трескается. Да? Ладно. Тебя скоро так пузо треснет. Ладно, в общем, везу его ловить окуня. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, будет клевать. Да, Лев? Надеюсь. Ага. Оп, держи удочки. Что, может, по бутеру? По бутеру? Да, рыбалка. Еще рыбалка не началась, уже по бутеру? Ну, давай, рыбалка недолго. А бутеров, я так понимаю, очень много. Пока я раскладываю удочки, мы решили не отплывать далеко. В общем, Глебус взялся сразу за еду. Да? Ну давай, начисляй по бутеру. Будем ловить и, так сказать, есть. Ты себе существенно больше взял бутер. Папу ж надо больше давать, Глебус. Ну, я тебе покажу. Так, так, так. Так, решил коротко рассказать про снасти. Не забывайте, все снасти я добавляю в описание. Если что, смотрите там, потому что под каждым видео все равно спрашивают, чем я ловлю и так далее, и так далее. Ладно. У Глебуса сегодня будет волжанка стилет тест 1.6, катушка Наски 13, шнур 0.4 Рапинова намотан. Да, Глебус? Угу. Но он не знает, да. У меня же сегодня Majorcraft N1, это AG-серия, опять же, обзор есть, я ее уже ловил на нескольких рыбалках, наверное, на штук 5. Катушка Хайба Смарт, тоже обзор есть, тоже уже со мной несколько рыбалок. Пока на этой палочке стоит шнур, намотан YJK Upgrade X8, 06 или 08, я что-то забыл. И новинка, вот у меня, которая недавно появилась, удочка от компании Spartex, это Тибурон. Тоже лайтовая версия, тоже обзор у меня есть, это тест... до 7 грамм она, как бы ультралайтовая. Ну, в основном буду сегодня ее под воблеры гонять. Катушку здесь я установил Daiwa Certate 2508PE. Шнур намотан Sunline Yagi ULT 06 или 08. 08, что-то я подзабыл. В общем, как я уже сказал, все равно описание всех снастей смотрите в описании. Да, описание в описании, да? Да? Да. Да. А ведь же не смотрят, представляешь? Каждый раз все равно спрашивают. Так, ладно. Глебусу я поставил Фанатик Классик, называется, 1.7. Как раз таки на 4 граммах, я думаю, для начала ему пойдет попробовать. Не забыл я, как кидать. Так, ты смотри, не запули в камыши, а то сейчас запулишь в камыши. Но он вообще им сильно не надо кидать тут. О, под самый этот. Затяни фрикцион. Что, Левус открывает счет? Да. Ну, молодец. Ну, давай теперь на залезку вытягивай. Тяни залезку. Ну, или так хочешь, сбрось его. Блин, он такой маленький, я в один момент подумал, что он сорвался. Ну да, не сильно ты большого окуня поймал. Не, ну тут малявки, они такие. Зато, которые вертеться умеют. А я попробую ловить на окой магнит. Уже я попробовал эту приманку, в общем-то, неплохая. Соревноваться будем? Ну, не знаю. Что, может, на деньги? У тебя они есть.
Есть. Давай, может, увеличим сегодня ставки? Окунь 20 тысяч. Давай, по 5 тысяч за окуня. Давай мне 5 тысяч. Не, ну первый не считается, глянь. Да чего это, блин? Ну 5 ладно. Тысяч, давай. Ну ладно, считай тогда. Ну не будем же мы сейчас рассчитываться. Рассчитаемся, рассчитаюсь уже в машине. Ну смотри, если папа тебя обловит, ты будешь папану должен. У меня нету таких больших сумм. О, ну наковыряешь. Так я на видео куплю. А, ну ладно, давай. Играем. Два подерга и прокрут. Два. Да? Ну давай сейчас, чья стратегия сыграет. А ты как пробуешь? Да пока просто что-то пробую. Да не может быть. Опа! Все, поймал? Да нет. Стянул тебе приманку. Да была поклевка, я сам видел по кончику. Ну давай, ладно. Ну давай, каждый своим. Ну конечно, каждый свой. А как, тут по-другому-то и не этот. Только каждый свои методы. Да, то есть ты, если у меня будет на один клевать, ты моим не можешь. Окей? Ах ты хитрый какой, ну ладно. Оп! Там такой зверюка был огромный. Оп! Опять, Глеб! Сейчас пока ты этот, я наловлю да, больше. Папа, помоги. Папа. Оп! Глеб, да тут окунь, тут вообще зверюка. Оп! Глянь, он хорошо бьет вообще прям. Не, ну видно, что он маленький, но прям атакует так по-взрослому. Пап, помоги мне приманку сделать. Ну давай, ладно. Я чтобы забыла, она, что чтобы оно вышло посередине, угу. Все. Спасибо. Ага. А что это я своему конкуренту помогаю? У нас битва не на жизнь, а на смерть. Может, даже щуку поймаю. Да. О! Что, ля, Глеб ловит окуней. А ты моим способом не можешь выйти приманкой. Не, ну способ-то я, конечно, твой скопирую. А вот не прима... надо! А как ты хотел? Конкуренция. Оп! Ага! Ага, больше. Да нет, так. Глянь, так еще и хвост отгрызли, ты представь. Глянь, гады, а? Ну, у меня уже второй. А где он? У меня уже 10 тысяч на счету. Глеб. Подожди, а как-то так нечестно получается. Давай так, разницу между папиными окунями и твоими, или нет? Боже ты, пап, помоги, реанимировать. Ну давай сам, а я ж пока наловлю, чтобы была разница. У тебя два, у меня один. У меня 10 тысяч, у тебя пока 5. Так а кто папе-то платить будет, я не могу понять. Папе будет платить. Оп, опа, а этот покрупнее, Глебуська. Сошел. Ты сильно не надо кидать так, не обязательно в кусты закидывать. Там окунь стоит не в кустах, он стоит где-то вообще под нами ближе. Что, поймал? 15 тысяч. Это здоровый, да? О-о-о! Рекордсмен. Забыл, да. Тупишь, тупишь. Наконец-то ты признал это. Смотри, тут очень глубоко, тут нужно долго ждать, пока упадет. Секунд 5-10, наверное. Я пока Глеба обманул, кинул не туда, а сейчас сам в окуневое место. Да ладно, я шучу, на самом деле у меня там тоже поклевка была. И не факт, что это место хуже или лучше. Сейчас на килограмм поймаю. А вполне возможно. Что? Ну, что ты поймаешь оттуда большого, там же все-таки глубина и коряшки. Ты ж дает упасть на дно-то. Да я понимаю, ветер, конечно, да, нам мешается. Я пробовал. Так, у меня опять отгрызли хвост. Решил поставить ларву от фанатика. Потому что окуня сегодня хвост отъедательное настроение. Да? Нет хвоста, нет проблем. Есть хвост, есть проблем. Вот тоже. Так, ну ты опять, ты как-то... Блин, ну у меня клюет.
Что, поймал? Не, ну, сошел. Блин, из-за того, что он меня туда завел, он сошел. Сегодня удачный день. Удачный, да. 15 тысяч. Да сейчас я тебя обловлю. Так, а там давай мы все-таки как-то будем, а то я что-то разорюсь с тобой, нифига себе. Учил Глеба, как поддергивать, он же дергается всей силы, и вот у него клюнул окунь. Слушай, пап, ты меня побольше учи. Вот зараза. Да что таких малявок ловить, за таких вообще буду штрафовать, Глеб. Я ж не виноват, такие. А ты лови больших. Ну что-то у меня вообще не ловится. Обидно. Счет 2-4. Видимо, бесхвостая приманка окуню не сильно нравится. Да. Ничего, сейчас я тоже подберу приманку. Что? Тоже подберу приманку, будешь знать. Так, чужой приманкой ловить. Да блин, он мне ко мне в шляпу заскочил. Ну давай из шляпы, вынай свою окунь. Оп, блин, какой хороший удар был, а? И все, глянь. Мелкие тоже хорошо атакуют. Да нет, действительно мелкие сегодня хорошо атакуют. Ну, ага, смотри, приманка могла соскочить. Просто был хороший сейчас удар сейчас. Кидай вон туда, к камышам по направлению. Там у меня удар хороший был. Нормально? Да, да. Ты прям под камыш закинул. И я тоже. Сейчас как выскочит оттуда здоровый окунь. Есть? Ты поймал еще, что ли? Нет, только поклевки. За мной кто-то следует. Вот видите, как он окуня ловит. Ну совершенно ж не по учебнику, так сказать. О, оп! Да елки-палки, ну что... Блин, то ли у меня большеватые все... Да, наверное, надо уменьшать размер просто приманок, потому что вроде поклевки у меня есть, но он весь сваливается. Хотя 2 дюйма, мою по идее. Мою приманку ты не имеешь права ставить. Да знаю, знаю. Так какие ты условия предлагаешь? Вот смотри, после рыбалки мы, ну, во время рыбалки мы будем подсчитывать количество окуней пойманных. После рыбалки в машине тогда сложимся. Мы скажем друг другу количество окуней пойманных. У кого будет окуней больше, тот и получит главный приз. А еще какой? 100 тысяч рублей. Какой? Сколько? Да-да-да. Я тебе дам мороженое, которое тебе нельзя, и я съем. Вот что ты получишь. Да нет. Так, а какой, подожди, а какой, ладно, я обловлю тебя по окуням. Какой я тогда приз получу? Я тебя обниму и зацелую. Вот уж радости. Поднимай якорь. Якорь тяжелый. Поднимай, поднимай. Не забудь его помыть еще. Давай, давай. Работай. Какая это у тебя польза в лодке? А ты только место казенное забираешь. Было обидно, что я тебе дал маленький бук. Ну. Теперь будем по считалочке, кому какой. Так они одинаковые сейчас. А в тот раз ты специально выбрал. Леб, отдай. Да, отдай по считалочке. Нет, да это мой, все. Ну, вроде выглядит. Хотя у тебя потолще. Ну что, ловим? Поймаешь, аккуратно. Тебя, наверное, 20. Лев, ну сколько тебе раз говорить? Отпускай, вот целься куда-нибудь над водой, ты вверх стреляешь, и ну тебя сносит ветром. Не надо делать супер замах, просто легонечко кидай вон туда и все. Ну,
Да блин, а ты... Опа, Глеб! Вот это я выигрываю сейчас. О, вот это барбос. Пятера. Да, папа тебя уже начинает облавливать. Смотри, какой мощный. О, 4. Это килограмм. Тут килограмм, натурально. Пап, килограмм это вот такой вот окунище. Давай, давай, кидай. У меня же теперь две камеры. В следующий раз дам камеру тебе, будем снимать друг друга. Будет прикольно. Или вообще потом на лодку поставим камеру, и будет он у нас двоих снимать. Лучше. Или ты, только ты звезда, только тебя надо снимать. Да? Да не, 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 пусть тебя тоже снимают, там не камера. Чтобы ходить. Да я боюсь, ты с лодки увалишься и утопишь мне камеру. Айпад, камера, что еще? Ты кепку утопил, да? Ну, не забывай, у Посейдона айфона еще нет. Есть, папкин. Я ж тоже утопил. И у меня, будет. И у меня есть видео. Как-нибудь я выложу, будет хит. Ну что, давай ловить. Ой, я что-то устал. Давай, давай, устал. А то смотри, я штрафую тебя. Давай, давай, Глебушка. Удочку в руки, поправляй крючок, жало загоняй туда, и все, и погнали. Да, оп, смотри, сразу окунь. А, я тебя облавливаю. Нет, это четвертый. Ну, 4-4 у нас, да? Да. Давай куда ты... Куда кину? Прямо он под коряжком, в коряжках он стоит. Хорошо попал, да? Что, окунь? Или у тебя приманка сбилась? Окунь. Окунь? Окунь. Четыре. Уже 25 тысяч. Большой окунь, не? Прям такая. Все. 25. О, дела. Я попробую поймать огромную. Вдруг он там стоит? Может и стоит, давай. Блин. Учись кидать в коряги. Опа. О, а у меня уже побольше, Лев. Прям в коряги кидай, и пусть он там опускается на дно. А, сошел! Да блин, ветер куда несет? Ну, мимо коряг проводи, какая разница. Стоит только из зоны коряг выйти, он сразу перестает клевать. Прям можно... Когда через коряги переваливаешь, делай паузу, чтобы он вниз опустился, и вот там сразу идут прям поклевочки. Но, к сожалению, почему-то мелкий стоит. Ну, вообще сейчас что-то мелкий. О. У меня ничего. О. Поклевка. О. О. А, сошел. Да за хвост схватил, ну мелкий, глянь. А у тебя окунь, да? Да, у меня поклевки, но они сходят постоянно. И крючок оголил. Ну ладно, давай. У тебя ой. Ах, глянь, ну вообще. Приманка хорошая, ты ее оставить не имеешь права. Ну да, у тебя я прям угадал с приманкой. Ну-ка, покажись, покажи мне. На камеру тебя заснять. Слушай, сейчас бутером проберется.
Ну, покажи, покажи. Трофей. Что ты не можешь удержать свой трофей? Пиу! Да ты! Давай, давай, глянь, не так отца облавливаешь. Ну, что за это? За 30-й у меня. Ага, ну сейчас я какого-нибудь крупника возьму. Ну за крупника тоже купят. Если за килограмм, то за крупника я у тебя отнимать буду денег. Нет. Вот так, да. Оп. Ай-яй-яй, а я зацепился. Вот пока с тобой говорил, глянь, вроде крючок. Ай-яй-яй-яй-яй, ну ладно. Сейчас, пока я оборвался, Глебус наловит окуней, да? Не забывай про крючок, Глебус. Ох, ну я наловился. Давай, Глеб. Ну что, ну? Давай. У нас и так мало времени. Окунь какой-то странный, только в корягах. Мы с Глебусом оба оторвались. Перевязал его и себя. С ребенком это как всегда. Работаешь за двоих. Ну а что ты хотел? Глеб ловит упорно, он очень упорный мальчик, да? Я говорю, Глеб, хватит, отдохни, остановись. Нет, он продолжает. Да, Глеб? Не, ну 30 тысяч уже заработал. Это нормальная сумма. А, ты типа заработал и успокоился. Да. Так, все, теперь давай будем. Папа за каждого своего окуня будет у тебя по 2000 отнимать. Вот так. Это не честно. Все, честно. В деле. Поймал из-под берега окуня. Решил. Воу, глянь какой он. Решил, что хватит. Коряшка. У меня настайка там стояла просто и ушла. Дай под берег, Лен. Ну-ка, у тебя уже. Так, счет был 4-6, да? Ну это, наверное, пятый мой, да? Да. Ага. Сейчас я Глебуса выиграю. Кажется, я Глебуса обыгрываю. Нет, не обыгрываю. Это окунь. Ну, это окунь, да. Но все равно, что тебя обыгрываю. 6-6. Так. 6-6? Да. Вот так. Ой! Вон под те камыши кидай. Спасибо. Да куда ты, блин, летишь? Только похвалил Глебуса, что он кидать нормально стал все равно. Давай, вот даже кидать еще не научился. Оп, а у меня еще был один. Слушай, на паузе взял, представляешь? Так что пусть на дно упадет и чуть полежит. На паузе, слушай. Я жду. Не, ну ты и подматывай, а потом паузу. Оп. Опять, да, вот стоило даже паузу сделать пару секунд. Что мы ловим сегодня какого-то экстремального мелкого окуня? Ну что такое? Что за лето? Где экстремально большой окунь? Блин, а где мой окунь седьмой? Меня хитрый Глебус говорит, пап, давай не будем соревноваться. Так, Глебус мне должен 5000. За что? Как за что? Ух ты! Глебус не отстает. Что? Нет. Да. Я подвел его к лодке. Если к лодке подвел, уже считается, окей? А что это ты трогаешь мою бумажку? Ладно, пусть считается. Считается он, блин. Я думал, там монстр, блин, чё он так сильно клюет? Да, когда подлодка, они всегда бьют сильно. Бьюны. Смотри, глянь. Оп. Слушай, вот там они все стоят. Можно даже как-то, наверное... Прям в самые камыши кидать? Да нет, просто кидаю туда, просто поворот. Вообще вот такие вот повороты, всегда окунь в таких местах любит стоять, потому что как бы тут спуски, подъемы. Ну, майский жук.
Какой? Да вон летит. У нас же только, у нас сейчас какой уже? 20 июня, да? Угу. Майские, самое время для майских жуков. Да. Учитывая сегодняшнюю весну, да, у нас сейчас погода как в мае. Ты в этой шляпе вот так вот как сидишь, напоминаешь мне поросенка Фунтика. Где Фунтик? Где мой поросеночек?